Здравствуйте, я Лилия Забировна, врач-стоматолог-терапевт стоматологической клиники Dental Hall. И сегодня мы поговорим с вами о кафердаме. Для того, чтобы лечение пациентов проходило максимально быстро, просто и эффективно, в стоматологии применяется изоляция кафердамом или оптидамом. Это латексный платочек, который фиксируется на зубе, который нужно пролечить. Он обеспечивает хороший обзор, изоляцию от влаги, экономию времени. Пациент ощущает себя очень комфортно, потому что все лечение происходит вне полости рта. Также происходит экономия во времени, сокращается время приема, что очень тоже важно для пациента. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. С вами была Лилия Забировна. Ждем вас в стоматологической клинике Dental Hall.